Эй, всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на фьордах. И сегодня мы пойдем за артефактом. Куда бы я пошел? Конечно, за артефактом. Камон, надо их все собрать. Но, для начала, во-первых, у меня появился пацан. Пацан, он получается такие же характеристики, как у нее. Но в чем прикол этой маманьки? То есть я уже задолбался, реально. Вот у первоначальных гиг, которые я притомил, у них всегда влазят только девочки. Вот этих спарил, пацан сразу же появился. Причем характеристиками вот такими же. То есть все просто огонь. Если в чё, если не найду седло на гигу, вывожу, короче, вот этого гигу. И у меня, во-первых, будет 2 гиги мочить босса, а во-вторых, у них будет семейный узы, и все в таком духе, бла-бла, короче. Больше урона, больше хп. В общем, короче, план капкан и все дела. Также, пока я лутал, ну, видите, да, там у меня в инвентаре, пока я лутал второй артефакт силы. Пролагало чутка. Второй артефакт силы пока лутал, точнее, пока ждал этот сам артефакт силы. Там столько в пещере заспавнилось дропов, прям кайфанул. Вот угадайте, из этого всего, то есть вот начиная отсюда, до отсюда, мне заспавнилось 2 синих, красных дропа. Какой лут попал, выпал из красного дропа? Вот чисто логично, в обоих, то есть 2 дропа, 2 красных дропа, и в обоих было практически идентично. Вот это, вот это, вот это и вот это. Это было в красных дропах. В 2 красных дропах дропнулось вон то говно. Все остальное я залутал с желтых. Это что, на экоса? Прикинь, да? Сказать, что меня не полохнуло, как бы ничего не сказать. Но мне было как бы сильно-то уже и пофигу, но все равно осадочка-то остался. Вот. Так что и такое бывает. Перчаточки же металлические мне нужно сделать. Да? Да, вот они. Перчатки металлические, хитин... Подожди-ка, а хитиновые? А что там у меня хитиновые? 443 защиты. Так это что же самое? Почему могу хитиновые брать спокойно? Ну, во-первых, хитина у меня... вот если здесь переглядеться, 72541. Во-вторых, помните, да, я лутал хитинчик и так далее. Вот, вот этот хитин вот мы забираем. 44800. И вот это мы делаем. То есть один делает 10. Ну, вы поняли. Так что с хитином у меня проблем нету. Лучше сделаем хитиновую, они и брони дадут побольше. Бронька все-таки мне пригодится. Делается она в где? В где? Вроде бы здесь, да? Так, так. И давай сделаем 10. На верст так же. Ну, 10. Во! Ждем. Ха! Сразу первое. Блин, может дальше и не делать. Но как-то... Так, погоди-ка. 705. Ну, походу, да, больше 705 он просто не может подняться. Единственное, что он поднимается, это как вариант прочность, да? Ну да, то есть вот, допустим, у этих вот прочность 600. 602. Боремся за каждую ее единичку прочности. Ну, типа, да. Типа, камон. Кстати, да, у меня новогодний ивент закончился. И, соответственно, мне вот это все ни к чему. Но бог с ним. Блин, как-то было непонятно. Так, надеваем вот это. Вот эти хитинки закинем вот сюда. Да, пускай будут. Эти хитинки разберем. Еп. Вот как-то так. Такая вот фигня. Ладно, в какую мы пещеру пойдем? Прошлая была пещера не водяная. Чё?
Так, закинем еще раз. А, прошлая пещера была не водяная, значит, сегодня пойдем в водяную пещеру. Берем базиком. Да. Тут-то легко определить, у него, точнее, у него 80 тысяч хп. Поэтому это то, что нужно. А, еда есть, вода, допустим, нужна, хилка даже на всякий случай есть, арбалет. Ну и все, собираемся и вперед. Как же все-таки удобно с криоподами. Вот так вот бросил, базик вылез, и все хорошо. Не надо никаких загонов строить, ничего не нужно. Просто кайф. Так, вход в пещеру у нас по координатам, ну, примерно 75 на 60... Ну, 65 с половиной, можно так сказать. Так. А, стоп. Давай-ка лучше, да. Лучше все-таки меч возьмем. Так, 70, ну, грубо говоря, 5. Ну, где-то здесь получается, если я правильно понимаю. Где-то здесь вход в пещеру. Так, еще раз. 76-83 на 65-60. Да! Вот он, вход в пещеру. Ху-ху! Ты смотри, какой он кайфовенький. Слушай, мне это однозначно нравится. Только мне не нравится столько их тернисов. Да блин, как вы задолбали это меня, пиздюки. Ну бесите. Ну прям конкретно бесите. А-а-а. Отлично. Сейчас еще пещера будет загружаться, потом выгружаться, а потом опять загружаться, потому что я повернулся. А ведь ничего не изменилось, да? Ну вот я делал че-че, ничего ж не изменилось. Ну, не считая вот этой вот рамки по кругу. Ясно, спасибо. Ужасно. Ужасно, что реально ничего не изменилось. Ну, погнали. Это типа затонувшее здание. О! Во! О, кстати, а базик он вертикально вниз плывет. Классно, а мне нравится. А мне это однозначно нравится. Так, ну и соответственно что? Соответственно, всплываем, да? Угу. Все-таки да, реально, здесь все они... По суше только горцуют. Все пещеры по суше, то есть здесь нет такого разнообразия, типа как чистоводные пещеры и так далее. Не, ну как бы базик-то тоже нужен. Базик он прикольный. Я теперь базиков еще сильнее оцениваю как... Так, давай, иди сюда. Отлично. То есть прям вот после вот того, как я их притомил, погонял на них, я прям их оцениваю намного больше, чем раньше. Это прям однозначно, они кайфовые. Ты кайфовая. Так, ну ладно, тогда убираем базика. Отлично. И... Ну и, соответственно, переодеваемся. Да, главное, чтобы потом случайно со шмотками всякими не выкинуть. Господи, где ты? Вот, вызываем Мишанька! Мишанька! Почему Мишанька? Ну, потому что я хочу на Мишаньке погонять. Я люблю Мишаньек. Так, отлично. Погнали, погоняем на Мишаньке. Кстати, мне же уже неоднократно писали, что около подводных кораблей... Есть ящики. И там типа дроп. Хм, прикольно. Кстати, да, еще Аркер также писал про ледяную пещеру подсказки. Так что я думаю, в одной из следующей серии пойдем в ледяную пещеру. Вот. Пока подсказки свежи в моей голове. Вот, скажем так.
Ну-ка, давай-ка посмотрим и... Опа! Yeah. 220-е? Да ты не обалдела, жирная? Так, нет, не так, не так. Хопа! Нормас. Нормас. То есть это нормальные сундучки. Здесь что-нибудь есть? Да сейчас проверим. Металл. 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 Ну, допустим. Погнали. А если... Рулка, здорово. А если вот тебя собрать... Они проканывают. Прикольно. Хоп, хоп. А вот это проканывает. Металлолом. Чоу-чоу. Чоу-чоу-чоу. Так, ладно, иди за мной. Чоу-чоу. Самое главное, близко не подходи, чтобы топориком случайно не жахнул. Так, там ничего не пропустил? Я жадный до ресурсов, так что погнали. Рунка. Не, рунку я возьму на мешаньке. Так, погоди, в мешаньке ты у меня... Не, еще что-то докачаешься. Погнали. Отлично, 70 рун. И, естественно, в урон. Скидываем все в мешаню, пускай у него все это дело лежит. Жарит на мясцо. Но неплохо. Так, обязательно смотрим по верхам. У-ху! Месиво! Ты какая жирная! 600-й левел! Серьезно? Охренеть! По-другому не скажешь. 600-й левел. Как бы максимальный левел 150-й у обычной жибки. Я думаю, что она столько вношу урона, а толку-то вот примерно вот на это было. Офигенно. Офигенно. А, ну вот так нормас. Так нормас. Хоп. Ай, почти. Я пытался. Мне интересно. Да ёб твою же за ногу, чтобы тебя тварь калась. Так. Нет. И все, я свои нервы успокоил. Я теперь знаю, что это не лутается. Ну а вдруг? Так, ну это ж не отсюда я пришел. Обалдеть, а что там так красиво? Так, ладно, давай сначала... Дверь. Окей. Окей. Все еще прикольно. Воротинки. За ними... Ах ты твою мать! Пугаешь меня. За ними ровно что-то нифига, это просто текстурка. Окей. Хорошо. Неплохо, погнали. Я мочу всех налево и направо. Ладно, ладно, ящики больше лутать не буду, даже если они заспавнятся. Еее! Мочилова! Мочилова! Мочи всех! Это что у нас тут за свет? Ну, во-первых, статуя. Статуя кайфовая. Но такие мы уже видели. Иди сюда, пиздёк. Ты-то серьезно? Отлично. Вау! Шел расколбас. Блин, ты красиво! Да ты что, серьезно что ли? 220-я скотина, жирная. Давай еще одну рунку. Отлично. Но мне тут однозначно нравится.
Блин, так прикольно, такие, знаешь, обычные двери такие стоят, то есть как бы это. Ах ты скотина, сиди там в текстурах, ты посмотри-ка на нее, твар. Это в воде спряталась. Ждет, там, понимаешь ли. Так, ну иди сюда. И сюда сказал. Мне надо в воду занырнуть. А, занырнул один такой в воду. А я думаю, что это тут это? А? Туда пройти нельзя. Первый раз такое вижу, что в пещере, вот, то есть вот просто у тебя пещера, а там тебе, короче, типа нельзя пройти. То есть не просто стена, а то просто тупо пройти нельзя. Ой-ой. А, прикольно. Нет, я мог бы на досмотре тут тусовать, но камон, на Мишаньке прикольнее, это же Мишанька. Так, я что-то просто далеко уже хожу отсюда. Так, здесь нету такого типа стенки. Что-то у нас под водой не глубоко. Берем арбалету. Эй, ну вот это вот сейчас было обидно. Блин, ну то. А, я забыл тебя отсвистать от себя. Так. Ладно, забыли, что у нас здесь. Есть что залутать? Вот это вообще, короче, вдвойне обидно. То есть просто такой задел на прям такой, ты хочешь туда залезть, посмотреть, что там. А те такие. Там тупик. Точно, лошара. Я ж для этого их и таскаю. Опа, опа, не тупик здесь. Или тупик. Ты пошли вы, а я посмотрю, что там находится. Айоп! Я убрал альпинистские кирки, чтобы посмотреть, чтобы мне не мешали они в руках. Понимаешь, насколько вся тупость ситуации? Так, это F12, господи, какой? Backspace. Блин. Блин, ну ведь классная же локация, но почему нельзя было туда залезть? А? Вот там же дальше ничего нету. Эх вы. А так там было классно. Так, бэкспейс. Отлично, Мишанька. И сюда. Я тебя тут. О, отлично. Ты у меня теперь топ-1. Никаких приключений с вами не встретишь. Погнали дальше. Блин, ну там было классно. Ну, прикольно выглядело все. Ну что, погнали, да? Дальше. Погоди. Так. Ах ты скотина! А теперь темно. Пошел ты! Шоп себе плюнь! Ой, да и пошли вы, короче, я сейчас вас вот это всех, короче, туда-сюда. А вы не охренели? Мишаня, спасай дебила. А чё они обрыв сделали? И типа какой? Это все? Блин. Нет, пещера, конечно, красивая. Пещера прям кайфовая. Красивая, все дела. А маленькая. Масенькая. Такая махонькая пещера. Ты что такая жирная-то? 13 тысяч хп. Она махонькая пещерка такая прям.
Не, конечно, все сделано по красоте. Просто ты получаешь оргазмические ощущения, вот это все такое, блин, кайф. Но! Махонька. Такс, ага. То есть теоретически я. Да. Здесь защита дурака. Спасибо. О, там вода уже. Простите. Сейчас звучало как-то по-тупому, да? Да, здесь все, короче, защищено. Защита дурака, чтобы не упасть в лаву. Окей. Ну, хорошо. Эй, Мишенька, что с тобой? А чего ты так мало хп? Это артоплевр так посадили. Жестко. Но справедливо. Они тут мощные, как бы. Так. Берем артефакт. Здесь, конечно, да. Здесь, конечно, ничего нету. Вообще. Но... Ну, а что поделаешь? Переименовать... Ой, а артефакт чего у меня? Хитрости. Но... Ладно, яма это хитро. Допустим. Арт хитрости. Но это чтобы у меня в следующий раз уже было сюда намного легче прийти. Так, теперь на выход. Мне нужно поставить телепорт там. Ой, а чё так темно стало? Вроде посветлее было. Так. 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 Во-первых, да? А во-вторых, мне не показалось. Это по мне тогда еще ловушки мочили, когда я с этими дрался, короче. С пауками. Блин, клево. Хорошо. Ну, если честно, наверное, все-таки вот тот лабиринт, это тот достоин артефакта хитрости, если уж так вот судить. О, проснулся, ближе бока. А тут все твои сородичи сдохли. Ох ты, собака жирная. Отлично. Не, в целом, конечно, красиво. В целом, конечно, красиво вот это вот и все прям атмосферненько. Но... Все всегда упирается в но. К сожалению. Вес из-за того, что я на тебе стою. Я думаю, где ж в тебе-то вес? Так, ну все. Чувак. Домой. А мы пойдем в пещеру силы. Посмотрим там артефакты каким-то лутарем. И я вам покажу, что, блин. Это кайфовая пещера. А это реально артефакт спавнится прям вот. Ну, по крайней мере, пока ждал артефакт силы. Вот они первые дропики. Кстати, да, в том видео я не показал дропик, если не ошибаюсь, который около воды. Я не помню, чтоб я туда к нему приземлялся. Так, лутаем все. И у нас получается вот в этом месте тоже спавнится дроп. Здесь просто огромное количество дропов. То есть прям, если выиграешь на локалке, то прям это кайфовая пещера. Если выиграешь не на локалке, ну извини, тут вряд ли у тебя что получится залутать. Ну, камон, это ж не локалка. Там уж людей дофига играет. Вот, так что такая вот фигня. И вот, кстати, про что я имел в виду. Дроп появился, артефакт еще нету. То есть, во! Вот только что приземлялся, дропа не было. Вот, опять-таки, ну, коллиматорный прицел. Пулеприт коллиматорного прицела. Это же так классно. Это же так нужно. Не, возможно, это нужно. Но, блин, это же говно. И вот дропики, они здесь спавнятся потихоньку, полегоньку начинают спавниться. Вот там вроде бы дропик какой-то должен быть, здесь дропик должен быть. То есть тут просто вот летаешь туда-сюда, летаешь, ждешь, пока артефакт появится. И, соответственно, лутаешь дропов. И немалое количество. Ну-ка, давай посмотрим, в этом месте есть что, нет, что. Во, вот он еще дропик, блин, все, троить начинаем. Так. Хоп.
Надо будет, конечно, там все поперемолоть, что ненужное в дробилке. Мобы, кстати, до сих пор не заспавнились. То есть у меня уже сейчас будет третий раз артефакт спавниться. Ну как третий раз? То есть я первый раз залутал, мобов все убил. Второй раз у меня заспавнился. Я залутал дропы, а мобы не спавнятся. Кстати, если в слишком ярко, ну сорян, гамма дефолтная. И тут так очень ярко. Что еще один огроменный плюс к этой пещере? Конечно, о, артефакт заспавнился. Ну слушай, в прошлый раз я дольше ждал. И вот, собственно, как-то так. Артефактики. Ну, теперь у меня, по крайней мере, три артефакта. Это мне хватит на трех боссов. Альфа, бета, гамма. На каждого нужно по одному артефакту. И, соответственно, я их, можно так сказать, уже силу все собрал. А остальные тоже нужно будет собирать. Все по три. Именно поэтому я ставлю телепорты, чтобы можно было тпхаться сразу же сюда. Чтоб меньше было заморочек. Если что-то пошло не так, чтоб я сходил еще раз, залутал артефакты. Это ж локалка, черт мать ее, за ногу побери. Здесь можно таким пользоваться. Конечно, богоюзами такое себе, а вот модами можно и нужно. В жопу это все. Ты играешь на локалке, чтобы отдохнуть, а не чтобы жопу себе рвать. А, как на серверах, особенно PvP. Ладно, что-то дропики пока не спавнятся. Да и артефакт силы как-то появился очень быстро. Прям очень быстро. В прошлый раз я ждал его фиг знает сколько. Возможно, время таймера было, пока я лазил по пещере, время таймера тоже шло и здесь. Это возможно. Кстати, об этом я не задумался. Ну, окей. Погнали до дома. Офигеть, ну... Вот просто я отсюда звизганул, и визг до туда же дошел. Честно, я до сих пор не знаю, как этот визг работает и так далее. Мне как бы он не нужен, чтобы понимать, как он работает. Но это, конечно, кайф, на каком расстоянии работает. То есть, если что, я вот сейчас убираю... Вот, выключаем вот это. И вот, по факту, у меня показывают, где мобы находятся. Да? Кайф? Блин, здорово. Ладно. Какие сегодня подведем итоги? Мне однозначно понравилась пещера. А, реально красиво сделана и так далее. Но она немножко скучная. Скучная чем? Скучная как минимум тем, что там есть красивые места, но туда пройти нельзя. Тупо не спорю. Что еще стоит бы отметить? Да, пожалуй, все. То есть, прям реально очень красивая локация. Все здорово, но вот эта вот маленькая фигня, где вот я к кораблю не смог пройти и так далее, мне, конечно, подпортило впечатление. Вот пещера. Ну, я не против. Пещера однозначно была кайфовая. Если не ошибаюсь, это абсолютно все... Водяные были пещеры. Или вроде бы еще одна будет. Черт ее знает. Потом узнаем. А винтовку сюда. Такие вот народ дела. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорит всем... вот так вот. Как говорит всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. И, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо и добра. Всем пока.